Hi guys, get some order from Amazon Prime. It's not Prime. I don't want to just pay so much money for the Prime. Just only get order. So socks for cowboy boots, men socks, socks, women socks for cowgirls boots, and mink oil paste. So three items. Now let's see, here is an item, where is an item, this, what, there is an items, address, my address, this amazing order, 28 December, so let's take it out, these socks. Итак, господа, присяжный заседатель на Амазоне выписал носочки для ковбойских сапог для себя с сыном и жены. И этот масло, этот норковое советует, чтобы для ковбойских сапог. Ну, вот оно по новой почте все пришло. Вот. Сейчас будем смотреть, что пришло. Вот. Ну вот все видно. Так, вот это ковбойский. Ёханый бабай. 6 пар. Олег, засада. Здесь не трое носков, а 6 пар прислали. И охренеть, блин. То оно так и дорого. Блин. Ну хорошо. Значит, 6 пар. Здесь и 2 пары вязаных для жены. Вот, давайте чуть в сторону будем здесь ложить. И пришла, значит, паста. Mink oil paste. Значит, из жира норкового, специально для такобойских сапог, 168 грамм. Вот, сколько стоит, чего я напишу потом под видео. Вот, это будем обрабатывать сапоги, которые мне с сыном пришли, еще у меня одни есть, и еще жены должно прийти. Это для жены, вот, cowgirls, а это cowboys, носочки пришли. Now just proceed our video. It's a video about this socks Leo Truni for women, for cowgirl boots. Now let us take it off this paper. That's such kind of knitted. It's a sole, not for cowboy, cowgirl boots. It's too small. Too small, but very fashion. To pair about a how much? $7. Now we'll try it to put it on. It's just a little, take it off. Okay, wifey, let put it on. Давай, одевай. Сейчас посмотрим, какие носочки. Но это я смотрю не под ковбойские, это именно такие ботиночки. Немножко подвинем, это покажем. Так, хорошо, давай попробуем. О, вот такие. Попробуем сейчас одеть сапоги. Now we'll try to put this Nakona cowgirl boots on. It's a real Nakona. It's a real in USA manufactured Nakona boots, so it's a real Nakona. Next one, следующий пошел, нога зашел. Так, вот. Так, давай другой стороной немножко.
Один штук снимаю, да. Чуть так это вот. О, вот такие вот. Так вот они смотрятся. Вставай, сейчас посмотрим. Now just пройди туда сюда. Walk to and fro. О! So, мягко, хорошо. Носочки как? Отлично. Отлично носочки, говорит. Ну, раз отлично, значит, прилично. Все, носочки рулят. Так что все я напишу под видео. И кому надо, вперед за покупочками. Пока.